Ну вот, двинемся дальше, группа «Аграфена». Я сразу хотел было спросить, но решил, что это нужно сделать после второго произведения. Если я правильно помню, могу где-то ошибаться в датах, так что если что, поправь меня, пожалуйста. Город Бердянск, 88-й год. Первый, мне кажется, единственный правильный фестиваль музыки, который был тогда еще в Советском Союзе, но потом вся эта тенденция куда-то ушла в сторону. Поп-рок-шоу, так назывался этот фестиваль. Совершенно, да? Верно, да, это был 88-й год. Тогда этот проект, мой проект назывался «Ландшафт». Вот я хотел спросить, какой это был проект, «Ландшафт». Ты принимал участие в нем как музыкант, собственно говоря, проекта «Ландшафт». Ну, как автор, да. Как автор, как композитор, собственно, кем ты являешься автором. Но почему именно после этого Бердянского фестиваля ты взял и решил уехать в Польшу? О, это вопрос семейный. Я женился на женщине из Польши, как бы у нас должен был быть ребенок, и все. То есть это была миграция такая, скорее семья, всего, по семейному. Да. Ну, а потом в Штаты? А, потом развелся, женился на Америке? Не-не-не, я не разводился, мы уехали вместе в Америку, потом после всего и с ребенком. И сколько лет в Америке? 22 года я прожил в Лос-Анджелесе. Я увлекался поэзией, и вот, возвращаясь к этой истории о Бердянске, я же там получил первое место за стихи. Вот. И как бы у меня